Скажи «нет» серой зарплате. Сотрудники Горно-металлургического профсоюза требуют повысить минимальные тарифы по зарплате. Сейчас эти номинальные нормативы в районе плюс-минус 50 рублей в час. Из-за этого гарантированный оклад не больше половины зарплаты. Все остальное – это премии и надбавки, которые работодатель может легко убрать. Профсоюзы требуют, чтобы часовая тарифная ставка была не меньше. По оплате труда работника низшего разряда. Цифры в тарифах еще меньше. Сейчас каждое предприятие устанавливает тарифы самостоятельно. И цифры в этих тарифах похожи скорее на сдачу. От ее размера считается зарплата всех работников на предприятии. Абсолютно всех. От уборщицы до начальника цеха. И это, мой друг, и есть гордые вкусы. И молодежь сегодня на предприятии просто не пойдет. Сотрудники профсоюзов провели эксперимент. Посчитали, сколько сотрудники получают в час. Оказалось, что львиная доля зарплат под 30 и 50 тысяч – это премиальная часть, которая может запросто уменьшиться. Сейчас в Москве проходят переговоры с объединением работодателей.